Как мы с вами договаривались, сегодня традиционно совещание с экономическим блоком нашего государства, ядром которого является правительство. Поскольку вопросы, вынесенные на совещание, касаются и парламента, и комитета госконтроля, администрации президента, других структур, мы пригласили сюда руководителей. Рассмотрим несколько законопроектов, которые непосредственно будут влиять на деловую среду. Они касаются и международного сотрудничества, взаимодействия с Европейским банком реконструкции и развития. Правительство внесло предложение по повышению эффективности работы отдельных предприятий. При этом еще раз хочу напомнить, никаких поблажек быть не должно. И хватит мне вносить предложения по 10 раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того, как, извините меня, в очередной раз напоминаю, руководители пойдут в места не столь отдаленные, тогда мы будем рассматривать предложения второй и третий раз. А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует, провалили обещанные, не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было закончить вчера.